Друзья, всем привет и всех с наступающим, ну или уже наступившим. Как всегда, в конце года мы подводим итоги, выбираем лучших и худших игроков по всем позициям и делаем из них сборный всего календарного года. И сегодня начнем с тех, кем вы восхищались. Как в прошлом году, вас Сант выберет основу, а запасных соберу я. Ну, чтобы не забыть тех, кому незаслуженно не хватило места. В этот раз не будем делать ограничения по количеству игроков из одного клуба, чтобы была максимальная справедливость в выборе. Тем более, что Ливерпуль проводит какой-то нереальный год. Васан, не пали, тихо. Давай же начинать, но только перед этим пару слов о наших партнерах, компании MarathonBet, которая за прошедший 2019 год начала активно работать в Испании и стала официальным партнером Севильи и мадридского Реала. В честь этого события Марафон проводит крутой масштабный конкурс прогнозов с очень ценными призами, вроде поездок на футбол в Англию и Испанию. Подробности внизу. Ну а теперь поехали. Поехали. Первый у нас, как всегда, вратарь. И здесь все очевидно. Алисон. Бразилец собрал кучу командных и личных наград. Лига чемпионов, Кубок Америки, клубный чемпионат мира, лучший вратарь премьер-лиги, первый в истории приз имени Льва Яшина получил. Да и статистика у него сумасшедшая. Огромное количество сухих матчей и часто на решающих стадиях. Переходим к обороне. Справа сыграет, ну разумеется, Трент Александр-Арнольд. Человек, который производит сумасшедшее впечатление своими навесами, кроссами, хладнокровием, штрафными ударами и хитрыми действиями, как в полуфинале с Барсой. Да и посмотрите на статистику, он отдал за этот год больше всех ассистов в АПЛ. А на примере чемпионата мира среди клубов мы увидели, что выходя на поле, Трент может просто переворачивать ход игры и делать Ливерпуль гораздо сильнее. И все это в таком юном возрасте. Слева сыграет не Робертсон из Ливерпуля, а марокканец из Дортмунда, Ашраф Хакими, которого очень хочет обратно вернуть Реал, потому что Ашраф превратился в одного из лучших в мире крайних защитников по подключению в атаку. Он закрывает позицию и левого, и правого. А когда надо, в Дортмунде он и полу защите играет. Он супер результативен и по голам, и по ассистам. И главное, делает он это в том числе в матчах с топами, как с Интером недавно в Лиге чемпионов, когда он совершил камбэк для Дортмунда. И в итоге в плей-офф прошли именно шмели. В центре сегодня уже третий и, спойлер, предпоследний парень из команды Клопа – Вирджил ван Дайк. Тут все понятно. Человек проиграл мизер в голосовании за золотой мяч Месси. Его ни разу не обыграли в том сезоне, и в нынешнем это делают по праздникам. Вирджил стал лидером и символом возвращения Голландии на высокие позиции в европейском футболе. Но больше всего нравится, насколько он хладнокровен и спокоен на поле. А как результат – практически безошибочен. Ну и как он этим заражает своих партнеров? Ведь Матип и Ловрен с ним стали гораздо сильнее. В паре с Ван Дейком мы долго думали, кто же должен сыграть. Жерар Пике провел очень сильный год, но не удивил. А вот Харри Магуайр превратился за последние 12 месяцев в одного из главных защитников мира. Поэтому в нашей сборной именно он. Англичанин летом получил титул самого дорогого игрока обороны в мире. Он был прекрасен у Роджерса вторую половину того сезона. И сейчас стал залогом того, что у Юнайтед Сульшера стала действительно хорошая оборона. Так что Харри по праву в нашей команде. Переходим к центру поля. И первый здесь, бесспорно, Кевин Де Брюйне. Он какой-то невероятный футбол показал. Оказывается, осенью. Но и в первой половине года был тоже хорош, когда мог в Лиге чемпионов отдать 3 голевых с Тоттенхэмом. Кевин не просто лучший полузащитник Сити и АПЛ. Он действует сейчас порой за двух игроков на поле. Показывает дикую статистику по кроссам. Никогда он не был таким по-спортивному злым и заряженным. И многие матчи в этом сезоне вытаскивал в одиночку. Рядом с ним сыграет, и вот здесь, думаю, будет много споров и негодования, но все же Фрэнки де Йонг. За то, что этот человек был лидером сумасшедшего Аякса, главным игроком в центре поля в переходных фазах. Фрэнки также является лидером центра поля сборной Голландии, которая вышла на Евро и дошла до финала Лиги Наций. Но главное, перейдя в Барселону, де Йонг играет почти все матчи в основе, усадив Ракичича на скамейку. И по оценкам Хускорт, он один из самых полезных в команде. А когда к этому добавятся ассисты и голы, Фрэнки и вовсе станет одним из лучших в мире. Переходим к атакующим игрокам. Их будет четверо. Центрального атакующего полузащитника сыграет Лео Месси. Шестой золотой мяч, лучший голеадор Лиги чемпионов и Ла Лиги того сезона. В этом сезоне едва восстановился от травмы, быстро всех догнал, и вот он уже снова лидер бомбардирской гонки в чемпионате. И вообще, Лео опять забил 50 голов за календарный год. И знаете, даже в провальном Барсе полуфинальном противостоянии с Ливерпулем в Лиге чемпионов Месси был лучшим в команде. Сначала все сделал в первом поединке, а потом вспомните, сколько моментов для партнеров он создал во втором, но те не реализовали. На позиции правого вингера или второго нападающего ставим Килиана Мбаппе, который в этом году часто играл основную скрипку по
пока Неймар был травмирован. Несмотря на возраст, Мбаппе, по сути, провалил одну игру в сезоне с Юнайтед в плей-офф Лиги Чемпионов. Но цифры он показывает сумасшедшие, причем и по голам, и по передачам. Летом Килиан не ушел из ПСЖ, показав лояльность к клубу, и в этом сезоне снова феерит. Вот вернулся Неймар, и они очень хороши как тандем. Да и Икарди место нашли. В этом году Мбаппе вполне может в качестве лидера привести ПСЖ к хорошему результату в Лиге Чемпионов и спокойно уйти в более конкурентный чемпионат. Левого вингера сыграет для меня главный человек лучшей команды мира на данный момент – Садио Мане. Сенегалец забил космическое количество решающих голов в этом сезоне. Зарабатывал пенальти, когда у команды не шло. Забивал красавцы, как в матче с Баварией. Отдавал голевые в концовках или дополнительное время. Без него Ливерпуль бы не создал такой отрыв в АПЛ. Теперь он не проигрывает по результативности Салаху, классно разгоняет атаки Ливерпуля, а еще вывел свой Сенегал в финал Кубка Африки. Ну и центральный нападающий нашей сборной – Роберт Левандовский. Как он это делает? Поляк после 30 продолжает улучшать многие качества, сильно поправил свою реализацию, выдал рекордную голевую серию осенью, лидирует гонки бомбардиров чемпионата и текущей Лиги Чемпионов, вышел со сборной на Евро. Идеальный центрфорвард. И как же обидно, что его так и не отпустили в Реал или какую-нибудь топ-команду АПЛ. Очень бы хотелось посмотреть на Роберта в другом чемпионате. Расстановка вышла 4-2-3-1. И мне страшно представить, как много голов эта команда может забивать в каждом матче. Увидеть, как Мбаппе или Мане открываются под пасы Месси, было бы просто заглядением. Или как Левандовский штампует голы с кроссов Трента. А главное, сколько штрафных бы забивали Лионель и Трент. Ну и попробуйте пройти пару Магуайр-Ван Дейк, почти самых дорогих в мире и при этом классно друг друга дополняющих. Тренером нашей сборной года будет, конечно же, Юрген Клопп. Он снова сделал Ливерпуль полноценным победителем. Без приставки, почти. Его команда настолько боятся соперники, что многие против красных совершают кучу ошибок под прессингом. Клопп выводит игроков на новый уровень. Он сделал лучшую пару крайних защитников. Нашел гениальный средний пас у Хендерсона. Сделал чуть ли не лучшим по универсальности в полузащите Фабиньо. А еще Клопп успевает выигрывать все при очень плотном графике. Хочется, чтобы такой футбол продолжал побеждать. Саня не согласен с некоторыми моими позициями, так что прямо сейчас представит еще 5 лучших игроков года на замену. Ну что, посмотрим. Итак, кто еще пригодится нашей команде лучших? Нужен минимум еще один защитник, и я не могу не назвать Эндрю Робертсона. Да, может он не такой тонкий и техничный, как Трент, но, наверное, самый работоспособный игрок в мире на данной позиции. Иногда мне кажется, что у Эндрю минимум 2 или 3 сердца. То, в каком темпе он работает все 90 минут, это дико. Ну и никто не отменял статистику. Робертсон и Трент задали новую планку и уровень требований к фланговым защитникам. Далее, здесь обязательно должен быть кто-то из атакующих игроков сенсационного Аякса. Душан Тадич или Хаким Зиеш. Каждый из них провел умопомрачительный сезон в смысле чистого креатива, созидания и куража на поле. Они заново влюбили в Аякс весь мир, заставили уважать и бояться этот клуб. Амстердамцы за год забили 163 гола. И главная причина такой результативности, конечно, заключается в этих двух парнях. Спасибо им за самое главное, что мы любим в футболе. У них на двоих за год больше 120 баллов по гол плюс пас, и я даже не знаю, кого из них выбрать на замену. Так что проголосуйте вы вот тут и решим вместе. Идем далее. У нас вышла очень крутая атакующая команда, но нет чистого опорника. Вдруг что-то пойдет не так. Без игрока этого амплуа не обойтись. И сейчас лучшим на данной позиции, безусловно, является Уилфред Ндиди из Лестера. Канте стал играть ближе к атаке, и нигериец забрал его лавры. Он один из главных секретов команды Роджерса, которая была хороша и во второй половине того сезона, и сейчас идет в тройке. Нигериец успевает везде, забирает второй этаж и качественно подключается к атакам. Он играет в одиночку в опорной зоне и часто выигрывает эту зону у пары соперников, что дает возможность проявлять себя молодым звездам Лестера типа Тилеманса и Барнса. Также на замене обязан быть Джейдон Санчо. Этот англичанин является лучшим по креативу в Бундеслиге. Огромное количество матчей показало, как он важен для Дортмунда в плане голов, голевых передач и в целом созидания. Показателен даже отрезок в этом сезоне, когда он пропустил несколько игр, а потом после конфликта с тренером играл без настроения, и команда сразу начала терять очки. А как только Санчо вернул форму, Дортмунд снова стал побеждать. Будущим летом нужен переход в правильный клуб, и Джейдон будет в пятерке на золотой мяч очень скоро. Ну и я просто не могу не взять в команду лучших кого-то из удивившего всех Тоттенхэма. Эриксон слишком сдал во второй половине года, зато Сон Хёнмин продолжает быть лидером шпор. Да, в конце года он получил две глупые красные, но во всех остальных матчах был очень хорош. Южнокореец забивал голы в ворота Сити, которые вывели команду в полуфинал Лиги Чемпионов. Осенью он забил один из лучших голов в истории АПЛ. Сейчас он лучший ассистент клуба, и в целом за год Сон вышел на абсолютно другой уровень игры. Он может создать сам себе момент из ничего, ну а по настырности и нацеленности на ворота он точно один из лучших.
Голосуйте вот тут сверху, кто из моей пятерки обязан быть не на замене, а в основе нашей команды. И пишите внизу, кого этот человек должен заменить в стартовом составе и почему. Друзья, ну что, команда у нас, по-моему, вышла очень крутая. Это точно. И знаете, мы решили не делать голосование, кто лучший игрок года. И так понятно, что борьба развернется между Месси и Ван Дейком, а мы об этом уже спорили в пяти причинах, так что предлагаем вам другую пятерку. Кто, по-вашему, из числа игроков нашей команды войдет в тройку на золотой мяч 2020 года? Ну, ясно, что там будет Месси и разозлившийся Роналду, которого мы в этот раз не взяли в команду года, ну потому что ждем от Криштиану большего. В общем, надо выбрать пять кандидатов. С Мбаппе, думаю, Васан, ты не поспоришь. И давай еще выберем по два игрока. Мой первый выбор – Вёрджил ван Дейк. Он продолжает показывать крутой футбол, и если Голландия удачно выступит на Евро, может добиться своего. Тогда у меня первый – Садио Мане. Думаю, именно он сейчас лидер Ливерпуля, а не Салах или тот же Ван Дейк. И голосовать скорее будут за сенегальца. Окей, а Кевин Де Брёйне, он в космической форме. Мне кажется, бельгиец сейчас показывает лучший футбол в карьере, и он тоже выступит на Евро, причем за очень сильную сборную. Если Бельгия возьмет трофей, у Де Брёйне все шансы. Ну и тогда мой последний кандидат – Роберт Левандовский. А что, он сейчас лучший бомбардир Бундеслиги, Лиги чемпионов. И если продолжит так же забивать, а Бавария выиграет Лигу чемпионов, все точно будут голосовать за поляк. Друзья, выбирайте вот тут сверху вы, кто, по-вашему, из этой пятерки будет явным претендентом на золотой мяч 2020. И пишите внизу в вашу сборную 11 лучших игроков года, если с чем-то не согласны. Спасибо, что следили за нашей командой недели весь год. Мы старались быть объективными и старались, чтобы вы не пропускали ничего интересного, что случалось в европейском футболе. Год был классным, а в следующем нас ждет Евро. Вообще непонятно, чем закончатся чемпионаты Германии, Испании и Италии. Ливерпуль, может быть, все-таки снимет наконец свое проклятие в ВПЛ и защитит титул Лиги чемпионов. Короче, интриг очень много, и подробнее всего о них мы обязательно вам все расскажем на Мяч Продакшн. Так что следите за каналом и обязательно подписывайтесь. Васан, крутой футбольный аналитик Балан. Ой-ой-ой-ой-ой, тогда Саша топовый блогер Журавлев. Пока, с Новым годом. Нормально, да, подмазали?